Приветствую вас. Не знаю, насколько банальным вам покажется мой ответ, но мне видится история ваша следующая. Вы правильно ломку преодолеть тяжело. Но нужно разбираться обо всем по порядку, во всем по порядку. В первую очередь разбираться нужно в том, каким образом вы оба принимаете решение расстаться, если вы, лично вы, да, не согласна с расставанием, получается, то есть если вы, если лично вам тяжело и больно от того, что, от того, что вы расстались, то есть если лично вам невероятно тяжело от того, что вы расстались, да, то есть как бы, наверное, для меня вот в первую очередь это такой достаточно важный момент. То есть если я чувствую, что, что мне трудно, если я чувствую, что не хочу расставаться, да, если я чувствую, что мне тяжело, если я там, чувствую, знаю, что у меня там ломка и прочее, то каким образом тогда мной фактически принимается решение о расставании. То есть это, на мой взгляд, достаточно серьезный момент. А дальше, следующее. Совет. Значит, психологи не дают советов. То есть психологи помогают разобраться в себе, да, психологи помогают решить внутренние конфликты, противоречия, но не, но мы не помогаем разобраться в себе, мы не даем совет. Вот, значит, то, что нас вы сделать, это дать совет, но это на самом деле немножко вот как раз, я бы сказал, не по адресу немножко. Это было бы нарушением этики профессиональной и так далее. Следующий момент. Это причина расставания. Значит, сами выбрали расставание. Вы сказали, что расставание это, в том числе это ваша идея. То есть вы сказали, что решение было обоюдным. Но как это соотносится с тем, что у вас ломка? Теперь. То есть это у вас что? Это как-то вот на опережение вы решили сыграть, чтобы вас не бросил мужчина. То есть вы боитесь быть брошены, например, или что? То есть, ну вот давайте немножко
как-то вот, ну, побольше, да, информации постарайтесь предоставить. Вот. Мне кажется, что это было бы весьма-весьма полезно нам в данном случае, вот, чтобы вы более подробно рассказали о том, что между вами происходит, какой характер ваших отношений. Вот почему мужчина на контакт не пойдет с вами, если, ну, если, например, вы там, ну, допустим, ну, расстались вроде как, ну, насколько я понял, да, достаточно цивилизованно, то есть решение расстаться было, ну, как вы сказали, обоюдно. Вот. То есть тут вот такой момент. Далее вы говорите, что хотите значит, с человеком, ну, типа, хотите человеку написать, да, вы говорите. И вопрос здесь такой, вот, хотите написать, зачем, вот, ну, хотите написать, чтобы что, вот, хотите написать своему. Это вообще достаточно важный момент на самом деле. Потому что если вы хотите человеку написать, то вам получается что-то нужно. Вот. Значит, нужно разобраться в том, что вам нужно. Нужно разобраться в том, чего вы хотите. Вот, нужно этот момент, ну, как бы, скажем так, поисследовать. Да? Вот, нужно разобрать и рассмотреть этот момент. Дальше. Следующее. Вы пишете. Значит, лишь бы возобновить общение. Ну, соответственно, здесь вопрос такого плана общения вам. Нужно, чтобы что, да, общение вам нужно для чего, то есть, ну, какую вот цель вы здесь преследуете, собственно говоря. Ну, вот, это такая достаточно важная, получается, деталь. Вот, достаточно важный получается нюанс, на который вам нужно обратить свое внимание, вот, для чего вам нужно возобновить общение с человеком. Вот, то есть это не просто так, вы же чего-то хотите, ваше желание, оно достаточно определенно, я полагаю, звучит, и вы его определенно чувствуете. Другой вопрос, понимаете ли вы, вот, собственно, ну, понимаете ли вы то, чего хотите, это немножко другой вопрос. Насколько вы осознаете свои
потребностям, да, насколько вы осознаете то, вот, в чем нуждаетесь. Ну, вот. Потому что лично мне кажется, что, к сожалению, ну, вы не так уж, чтобы хорошо отдаете себе отчет в том, чего хотите. А момент это весьма серьезный, вот, весьма важный и от степени осознанности зависит, собственно, то, как быстро вы сможете, ну, выйти из этого состояния, как быстро вы сможете двигаться дальше ну, вот, по направлению своей жизни. Вот. Понимаете, да? Да? Что я имею в виду? Так, на данный момент вам чего-то не хватает, вы видите единственный способ получить это, единственный способ реализовать свое желание, свою потребность только через этого человека. Вот, и, значит, на мой взгляд, ну, по крайней мере, моя гипотеза заключается в том, что именно это составляет основу вашей ломки. Вот. Хотя, конечно, тут могут быть самые разные варианты и возможно, что-то из вашего прошлого дает о себе знать. Вот, возможно, что-то еще. Вариантов достаточно много, но важно то, чтобы вы были нацелены именно на работу над собой. Вот, и для начала прожили бы, ну, проживали бы точнее свои эмоции, свои переживания, которые у вас есть сейчас, вот на данный момент. Вот. Для того, чтобы как можно лучше, полнее прожить то, что вас все беспокоит. Ну, понятно, что сделать это лучше всего с помощью психолога. Я надеюсь, это не нужно добавлять. Значит, я думаю, не пойдет на общение, а вам, конечно, шуточно. Ну, в принципе, все. Советы здесь вам не помогут. Аноним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.